готовы к сезону, и у нас хорошие кондиции физические, поэтому сейчас будет суперкубок с Локомотивом, надо обязательно будет. Какой-то такой определенной подготовки нету, готовимся в целом к сезону, будем, конечно, играть только на победу. К нам приехали пока трое новых ребят, очень хорошие футболисты. Я думаю, Виктор Михайлович сможет найти им правильную позицию, как бы место в команде, и они будут приносить только положительные плоды. Мы в целом все друг с другом общаемся, вот как бы. Ну так тесно нет, конечно, пока еще. Вот, посмотрим.